Истории редких книг и их авторов, художников и издательств рассказали своим гостям на открытии выставки сотрудники музея редкой книги библиотеки имени Маяковского. В частности, речь шла об экземпляре Евгения Онегина 1887 года издания. Книга, которая открывает нашу выставку, весьма символична. Она скромна по внешнему своему виду, но при этом выпущена издательством российской словесности, которая была организована в 1811 году. Жемчужной коллекции стала еще одна книга Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама», выпущенная более 100 лет назад. Иллюстрации к этому изданию создал знаменитый художник Александр Николаевич Бенуа. Эта книга признана лучшим изданием повести Александра Сергеевича до революции. В 1914 году эта книга участвовала в выставке печатного дела в Лейпциге. В 2006 году эта книга включена в каталог сокровищ, книжных сокровищ Российской государственной библиотеки. Помимо юбилея великого русского поэта, в этом году отмечается 130-летие издательства «Брогаус и Фрон». Это издательство известно библиофилам прежде всего томами энциклопедических словарей. Часть из них хранится в музее редкой книги библиотеки имени Маяковского. Предполагалось выпустить всего 16-18 томов. Вот, в итоге за 17 лет было выпущено 86. Вот, и этот словарь превратился из тривиального в настоящее собрание новейших достижений науки и техники. Познакомиться с экспонатами выставки «Сияющий поток» могут посетители библиотеки имени Маяковского в течение всего лета. Вход свободный для лиц старше 6 лет. Екатерина Пенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».